Всем привет, мои хорошие! Сегодня я вас приглашаю на виртуальный тур по нашему дому, просто показать вам рождественские огоньки. Особо ничего там нет, но в принципе показать, как мы украсили к Рождеству. Что еще хотел сказать? Не получается у меня видео на это, я, может быть, завтра что-то сделаю. А вообще у меня навалился очень большой проект, вот те, кто со мной общается, знают. Я работала сегодня, вот я только недавно закончила, и мы украсили елку, и украсили, и повесили огонечки еще в доме. И завтра я тоже еще буду немножечко работать, но если удастся мне, я сделаю видео. А вообще я должна сделать вечернюю рутину, на английском меня просили еще. Вот. Но сейчас пока я вас приглашу, покажу, как в наш дом, когда входишь, что у нас, где, какие огоньки и как мы готовимся к Рождеству. Уже видели, как бы, все наши. Вот лампочка сгорается на 8 метров, она, у нее сенсор. Вот, и вот, добро пожаловать. Сень, ты выключи свет в кухне, чтобы я огоньки показала. Вот, вот так у нас. Вот это. А здесь, по-моему, загорается фонарь. Видите, что? Фонарь там. Ну, ладно. Вот так у нас мы сделали. Вот так. Все, можно включать. Можно музыку включить. Вот. А здесь сидит самый главный. Ричард. Привет. Привет. Вот у нас. Мы первый раз купила вот такие штуки, как для штор. Шторы называются curtains lights. Yeah. Сначала думала, а вообще мне нравится. Вот елочка наша. Она мигает по-разному, там два разных этих. Ну как. Вот огни я повесила на каждое окно. Вот так. Сейчас я вам покажу наверху. Та-да-да. Мои орхидейки. Очень хорошо в этом году. По четвертому разу уже идут. Вот мой офис. Я себе сделала тоже праздничный этот. Вот. Вот так у меня по потолку растет плющ. Очень хорошо растет. Я увидела у нас у партнеров в Брюсселе вот так. Вот они делают в офисе. И я думаю, он уже такой длинный вырос. Вот буквально за месяц он растет где-то сантиметров 10-15. Хорошо растет, в принципе. Вот так вот я решила сделать. Вот моя орхидейка. И вот огонечки. Ничего особенного это дело. Но просто так, знаете, создает праздничное настроение. Так ведь? И вот у Сени в комнате. Тоже так? Вот. И это наша спальня. Тоже. Тоже здесь вот такой свет. Ну вот и все. Я думаю, что на этом наш тур закончен. Я надеюсь, что вы готовите свой дом, наряжаете все, у всех хорошее настроение. Тяжелый год был, и я уже не знаю, как это все закончить на позитивном, как бы на позитивной ноте, чтобы было всем как-то, ну, немножечко празднично, и очень много надежд мы возлагаем, конечно, на Новый год. 21-й год хороший должен быть, в принципе, без всяких катаклизмов. Я думаю, что, наверное, у нас есть еще силы какие-то, резервы человеческие, общечеловеческие, которые нам помогут, знаете, превзойти всю эту фигню, которая на нас обрушилась в этом году. Вот. Еще раз я вам сейчас елочку покажу. Картины я вам уже показывала. Кому интересно, посмотрите видео, называется «Картины в нашем доме». Мои. А, вот. Я это показывала или нет? Вроде показывала эту штуку. Вот. Ну все. До встречи. Пока. You have to say пока as well. Пока. Пока.